Так целенаправленно идешь куда-то. Да. Офигеть, пугай. Не, я думал, ты к кому-то, а можешь прям на секунду? Я просто в другую сторону шел, а тут ты. Я увидел и подумал, да, ты побежала просто. Да нет, ты классно выглядишь, кстати. Спасибо за комплимент. Какой ты серьезный. Спасибо, ты еще, знаешь, уточнила, за что спасибо. А нельзя, не надо. А у тебя, кстати, сережки прикольно смотрятся с этим платьем. Дайте секундочку, это не фраска. Алло. На третьем этаже возле кассы кинотеатр. А вы же здесь? У тебя, кстати, еще и акцент. Какой? Но ты откуда-то когда-то приехала из Москвы, в Москву, да? Я вообще, в принципе, не откуда-то не когда-то, я проездом в Москве. Да ладно, откуда? С Краснодаром. Ну у тебя чувствуется такое... Какой? Ну, южный. Южный? Да, сейчас теперь моя очередь будет сейчас. Твоя? Ну ладно. А как тебя зовут? Наталья. А ты Наташечка. Да меня на «ты» можно называть. Можно, кстати. Да? Просто даже... я еще пока вам не разрешала. Вот так вот. Подожди, ты как-то, знаешь, живешь зажатый в социальные рамки. Нет. А я человек, который помогает людям избавиться от этих рамок. Меня Вову зовут, кстати. Наталья. Какой у тебя прям мужской такой. Ты, Наташечка, наверное, или юрист, или работник органов, или прокуратуры где-нибудь работаешь. Потому что, судя по рукопожатию, именно так. Нет. А где работаешь? Секрет. Не, я не из налоговой, как бы. Я не хочу на тебе жениться там, чтобы... Вернее, за тебя замуж выходить даже. Замуж? Чтобы ты меня обеспечивал. Я не для этого спрашиваю. Ну, какая разница, где работает? Разве имеет значение? Ну, чем ты занимаешься, это имеет значение. И еще два вопроса. То есть, сколько тебе лет, это тоже очень имеет значение. Ого. А еще третий какой? Ну, вместе с чем ты занимаешься, это, наверное. Наташечка. А всего их два? Да. А ты как бы ненадолго, что совсем? Нет, ненадолго. То есть и тебя можно скоро не увидеть больше? Да, уже завтра. Подожди, а ты вообще в Москве часто бывает? Ну, бывает. Просто у меня здесь друзей очень много, поэтому я часто к ним приезжаю. Ну то есть не мешает ничего, да? В смысле не мешает? Ну, ездить там, не знаю, работа, что-то, то есть как бы тебе... Не, ну, или ты имеешь, что часто это раз в полгода? Ну, нет, раз в квартальчик точно. Офигеть! Слушай, ну если мы с тобой, не дай бог, начали бы встречаться, да, там, как мужчина и женщина, то это, как тебе сказать, ну, вообще все нормально было бы, раз в квартальчик. Ну, конечно. Знаешь, секс, ну, раз в квартальчик, там, не знаю. Ну, как? Да я шучу, это было бы вообще адски. Не, ну, конечно, можно, сейчас не знаю, что с тобой делать. Черт. Нет, ничего. Не, просто, видишь, как бы есть нюанс. Есть нюанс, то, что ты не местная, да? Вот, и как бы у меня такой тупик в голове. Я не про это, я про фразу поставленную. Ну, а я тебя озвучиваю, то есть почему я так сказал, потому что, ну, как бы, вот, не дай бог понравишься сейчас, да? Не дай бог. Да, допустим, а увидеться не получится, потому что ты не местная. И что делать с тобой? А то есть 1200 километров – это преграда для мужчины, которому понравилось жить. Офигеть! То есть ты уже приглашаешь? Нет, я не понимаю. Все, я лечил нас очень. Это задаю вопрос. Для мужчины, которому понравилась женщина, 1200 километров – это преграда. Нет, ну ты спрашиваешь, мужчины ленивые такие животные стали последние. Ну, кому-то легко. Придется напрягаться тогда. Нет, знаешь, тут есть такое, такая грань. Мужчины, женщины, они такие, как в Москве. Нам когда... подавай все-таки приезжие. Вот так вот, да? Что такое 1200 километров? Надо ездить. Не надо, не едешь. Не, ну у меня было такое отношение на расстоянии, кстати. И как? Я что-то отвлекся. Да не, нормально, просто, как тебе сказать, ну надо чаще встречаться. Логично. Не, понимаешь, ехать надо тогда, когда ты понимаешь, что человек вот прямо тебе интересен, клево, то есть вы уже пообщались там, допустим. Может. Не вот сейчас, да, потому что получается, ты завтра уедешь, а... С тобой надо хотя бы на свидание сходить. Может быть, ты прав. Ну, потому что, да, чтобы понять, блин, вот все, мне понравилось, я поеду. Мне кажется, ты офигенно классно пахнешь. Да, ты очень классно пахнешь. А с этой стороны, это точно очень важно. Они по-разному, разные стороны? Блин, такая у тебя кожа, а? Это вообще тут чего они... Я прошу, говорю, вообще туда... Туалетная вода. А, только туалетная вода. Нет, еще у каждой женщины есть свой какой-то, естественно. Да хватит на меня так смотреть. А как бы тебя смотреть, если ты красиво выглядишь? Ну как-то не так прям. Подожди, но если у тебя офигенно красивые ноги, там, не знаю, синее платье. Чего, все дело в платье, я так и знала.
А ты для чего так оделась? То есть ты же понимала, что к тебе могут подойти мужики? Я просто в принципе не знаю. Я думала, что нет, не будет подходить. Не будут сволочи, да? А все-таки будут. Сволочи нет, но они же... Тогда надо было, знаешь, что одевать? Дальше пойду. Надо было... Ну, я не считаю их нормальными мужчинами, таких мужчин. Это слабость, понимаешь? Как бы смотреть, понимать, что это чье-то, да, но не мое, но иди, возьми, будет твое. Ладно, мы сейчас не об этом. Что делать-то? Даже ты завтра уезжаешь прям. Что делать? Ну, ты уезжаешь прям завтра. Прям завтра. Прям вот завтра. И в следующий раз ты через какое-то время так появишься, да? Ну да, я не знаю, через сколько. Ага. Ага. Что? Я думаю, блин. Короче, давай так сделаем. Блин, как сделаем? Ну вот, по идее, на телефон, да, я просто думаю, ну, позвони. То есть, я первый вопрос о тебе уже не интересен. Да не абсолютно. Подожди, сейчас. Ты про возраст и про что-то еще, да, или я просто подумал, ты сейчас не скажешь. Не, подожди, стой, я что-то... Как бы раз, и они, и все. Тихо, тихо. Я просто думал, ты говоришь про какого-то мужа там или кого-то. Это все еще важно. Все еще важно. Но я думаю, что тебе не 20 лет, да, там? Нет. Ну и не 30, опять. Ну, почти. Сколько? 28. Офигеть, ну я чуть постарше тебя. Надо же. Надо же. Не, ну ж хорошо, наоборот. Вот. Кстати, вот сейчас пока стоим. Я сейчас верну тебе ручку. Кого? Я хочу. У тебя, кстати, вообще такие разноцветные ногти. И с ручкой что-то не то. Не, с ручкой. Я хочу подержаться. Не, не держись за мной. Я не буду, подожди. Не, не надо. Ты вампир, нет. Не, а вдруг я тебе отдаю сейчас? Ты чувствуешь, как она прям приливает? Я не беру, если не хочу. Снизу приливает. Давай так, смотри. Бля, что делать? Ну, я думаю, как телефон... Давай камень-ножницы, бумага. Телефон не самоцель, просто куда мне звонить там? Давай камень-ножницы, бумага. Надо, чтобы ты приехал. Ты когда в следующий раз приедешь? Не знаю, давай камень-ножницы, бумага. А ты при чем здесь камень? Я тебе даю телефон. А я уже все решил, мне не надо. Ну, я же не решила. Принципиально согласен. Оставь волю в судьбе. Подожди, я сейчас вообще об этом не думаю. Ты чего? Ты не доверяешь случаю, нет, да? Нет, я, короче, уже решил давно, что я его запишу. Только вопрос в том, что нужно ли его записывать, потому что ну, запишу я его. А ну, ты все равно живешь я далеко, я понимаешь? Что, как хочешь, я могу повлиять на твое решение. А живешь ты далеко? Да, 1200 километров. Ну вот, и что мне телефон, я вот думаю. Не знаю. Давай так, смотри, я его возьму, мы с тобой... Да я его не возьму, потому что вот, в принципе, ну зачем? Не знаю, тебе решать. Я говорю, нет, просто... Это все фигня, просто я тебе говорю, что мне с ним потом делать нечего будет. Ты приедешь там, хрен знает, когда уже в 3 раза замуж выйду или женюсь. На 30 как-то не женился, а тут раз и женишься. Ладно, короче, я пишу все. Я говорю, давай камень нужен. Не, ну мы уже решили все. Подожди, какой камень? Ну камень нужен с бумагой. Ты выигрываешь, ты записываешь. Я выигрываю, ты не записываешь. Я знаю, что я выиграю в любом случае. Значит, тем более ты так уверен. Да, давай. Играем один раз? Да, да. Без колодца. Ну, камень нужен с бумагой. А что такое колодец? Ну, вот так. Да я, мне просто ради прикола сейчас хочется. Давай. 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 Отсчет 3. Да. Ты считаешь? Да. Давай. Раз. Подожди, я один буду вот это сейчас делать? Мои манипуляции так и с рукой. Ладно, давай, это опасно, кстати. Ну, давай, хорошо, чтобы ты культурно выглядел. Раз, два, три. Черт, выиграла я. Значит, я записываю твой телефон. Я не знаю, на самом деле, свой номер. Давай я тебе позвоню. Да, давай, звони. А у тебя московский, что ли? Ну, здесь... А зачем мне тогда твой московский, если ты завтра уезжаешь? Ну, он у меня включен. Почему? Нет, давай мне свой этот, краснодарский. Нет, я тебе дам московский, но а мне зачем? Включу. Подожди, нет, телефон. Стой, я тебе буду звонить в Краснодар. Ну, тем более, тебе лучше на московский звонить, а не на краснодарский. Тем более, мне нужен краснодарский телефон. Зачем тебе звонить на краснодарский, если ты можешь звонить ты на московский? Ты живешь в Краснодаре. Ну, у меня 3 номера. А ты его не помнишь? Нет, смотри, это не пойдет такой вариант. Так я не хочу, давай этот в краснодарский, да? Сейчас. Если кто-то не зазвонит, потому что там мотор лежит. Не, ради бога, тут мотор лежит. Ты прям, как ты это... Что? Я можно? Шифруешься с телефоном прям вообще. Давай, я просто думаю, что
Ну, вот смысл, ты сам решишь, что смысл, делать? Смысл, да, то есть если ты уедешь, ты вот была бы в Москве. Ну, ты мне рассказывай, решишь сам, что делать, то звонишь и расскажешь. Ну, я просто, давай, я... подожди, мы будем прощаться. Не-не-не, это важно. Нет. Все, нет. Ну, нет. Хорошо, да, я не буду тебя обнимать, я не кончу. Ну все, давай, хорошо, пока.